Давайте продолжим. Мы с вами собираемся к уравнению деклад, да, то есть к анализу уравнений и его решения. И следующая задачка, которую мы сейчас разберем, это вторая, да, наша теория. Вот мы с вами нашли фактически выражение для ядер, да, этому уравнению. То есть они у нас с вами есть, правильно? То есть, ну, их для тех, которые считали в электродинамике, вот мы их пересчитали с учетом цветовых коэффициентов, да? То есть вот это ядро перехода кварка в кварк, да? Вот такое ядро перехода глюона в кварк, то есть сколько кварка содержится в глюоне, да? Соответственно, вот эта часть — это число кварков в кварке, да, и, соответственно, ядро, кварковое диагональное ядро. Ну, вернее, это кварковое в глюон, наверное, если так. Нет, это не кварковое в глюон. Это то, сколько у вас кварков в глюоне. Вот это что такое? Это число кварков. Число кварков в глюоне. Нет, да? Самое верхнее это число глюонов в кварке, да. Сказали кварков. Я про это сказал. Я про это сказал, что это число кварков, глюонов, да? То есть число верхних и нижних, да, у нас номенклатура такая. Вот. И еще раз такую формальную тоже сделаем задачку. Мы вычислим меллиновские образы этих ядер. Давайте маленькое замечание относительно преобразования Меллина сделаем. Здесь вот. Преобразование. Да. В литературе обычно бывает несколько разных определений физической литературы. Если у нас есть некая функция f от x, определенная на отрезке от нуля до единицы, да, то ее меллиновским образом, не знаю, ее можно обозначать, скажем, той же самой буквой. Давайте другой буквой. Значит, я попробую, да? Это есть интеграл от 0 до 1 под x в степени омега минус 1 на f от x. То есть на самом деле это не что иное, как преобразование Лапласа. Да? То есть существование этого интеграла, оно дается теми же теоремами, что и существование преобразования Лапласа. Да? Почему? Потому что если вы сделаете замену такой x равно e в степени минус t, да, тогда параметр t будет пробегать значение от нуля до бесконечности, и наш интеграл превратится во что? Интеграл от нуля до бесконечности от dt e в степени минус t, да, я предел уже поменял, поэтому знакомимся еще. Здесь будет f вот e в степени минус t умножить на e в степени минус t омега плюс 1, плюс t, правильно? Плюс t. Вот так. Это есть не что иное, как интеграл от нуля до бесконечности e в степени минус t омега f от e в степени минус t до t, правильно? То есть, по сути, это есть преобразование Лапласа функции f от e в степени минус t от омега, да? То есть фактически это есть преобразование Лапласа. Соответственно, мы можем написать обратное преобразование. Помня, как у нас выглядит обратное преобразование Лапласа, да, через интеграл Кошель
И из вот этого интеграла обратное преобразование будет здесь как? Это будет f от x, это есть единица на 2t, интеграл по контуру, здесь стоит некая сигма минус и бесконечность, сигма плюс и бесконечность. Да? Омега, здесь делится логрос f от омега. И е в степени какого? Е в степени омега обратное, если я пишу обратное преобразование Лапласа в ДТ, то у нас только это логарифм единицы на х, правильно? То есть здесь будет стоять омега на Т, правильно? То есть омега на логарифм единицы на х. Вот так вот. Где интеграл берется в смысле главного значения и контур интегрирования, вот это параметр сигма, да, расположен правее всех, всех аналитических особенностей функции потомного. То есть наш контур интегрирования идет вот так вот, да. То есть вот это обратное преобразование Мерина у нас так выглядит. Это вам нужно по последней задачке. Последние задачки вы будете брать обратное преобразование от моментов протонных распределений при малых x. Когда x мало, вот эта величина велика, да? И вам нужно будет брать асимптотику этого интеграла методом перевала. Вот это то, что вы задачи должны сделать. Вот, то есть это наше определение. Давайте для справки также, это первое определение. Вот в литературе часто встречается вот такое определение еще преобразования Лапласа. Вот если у вас есть функция f от t, где t лежит от нуля до бесконечности, да? Ну, то есть функция по всей вещественной оси, то иногда лапласовским образом называют вот такой интеграл от нуля до бесконечности dx омега минус 1, ну dt, да, значит t, то есть омега минус 1 f от t, да? F от t. Подразумевается, что вот этот интеграл существует, то есть вот эта переменная, комплексная переменная омега, которая сигма плюс и ро, да? То есть это в общем случае комплексная переменная. И омега, которая здесь у нас лежит, она имеет реальную часть, вот эту сигма, зажатую обычно, чаще всего история такая, что она зажата в полосе между сигма 1 и сигма 2, где сигма 1 определяется сходимостью вот этого интеграла в нуле, да, то есть условием того, что у вас интеграл от нуля, модуль f от t в степени сигма 1 минус 1 dt меньше бесконечности. А сигма 2 обычно определяется поведением бесконечности. То есть среди сигма 2 минус 1, это тоже меньше бесконечности. Да? Так, то есть сигма мафия омега, она теперь уже не как здесь, вот, почти во всей комплексной плоскости, а обычно в полосе определена. И обратное преобразование дается той же самой формулой. Точно так же можно свести преобразование Лапласа, это все. И формула будет та же самая, только вот эта сигма, которая фигурирует у вас в этом интеграле, должна лежать в этой полосе. Вот. То есть вот в литературе физической часто используется и второе тоже определение преобразования Мерина, поэтому если встретите и то, и другое, вы не пугайтесь, это одно и то же, и по большому счету это преобразование Лапласа. Да? Это первое такое свойство. Мы, давайте на этой доске будем эти свойства перечислять, они нам просто понадобятся, а там будем считать. То есть нам сейчас надо посчитать моменты наших ядер. Да? То есть вот у нас есть, скажем, первое наше ядро, это такое G плюс
нам надо найти жертву ответа. Вот, то есть фактически просто посчитаем соответствующий интеграл. Ну давай, вперед, разберемся. Просто по определению, да, то есть у нас x меняется от 0 до 1, правильно? Мы пользуемся первым определением. А пока Кирилл пишет, для чего нам это преобразование медленно надо? Вот следствие на напомните, что в медленных образах у нас уравнение тепла прищается особо просто, оно сводится к обыкновенному дифференциальному уравнению. Да? А напомните, пожалуйста, вот эта функция, которая выделена. Да. Это Блюна в парке. Это вот это c, единица плюс x чертой в квадрате на x. И от всего. Ну да, от всего то у нас. c мы выносим сразу. От нуля до бесконечности. От нуля до бесконечности. У нас x меняется за 0 до 1. А, ну да. То есть у нас первое, мы используем с первого определения. Для единицы x в степени омега минус 1 до x. Ну и просто надо взять интеграл. Да, просто надо взять интеграл. Восписываем, что такое x с чертой и ставим интеграл. Единица минус x. Так, x в степени омега минус 2, во-первых, будет нижним множителем. Потому что еще один знаменатель. Пишу тогда все или... Пишите. Не спрашивай. Да. Минус 2 омега квадрата плюс 2. Здесь плюс омега квадрат минус 1. Асимптотика будет определяться ближайшими особенностями.
Какие особенности есть вот этой аналитической функции? Ну, в нуле и в плюс-минус единица. В нуле и в плюс-минус единица, да? То есть время приближающих полюсов будет в единичке. Понятно? Вот, хорошо. Продолжаем дальше. Так, П. Кварк амплион. Атомика, давайте аргумент пишите тоже. Да. Аргумент пишите. А, да, да, да. Это единица. Тогда его сразу сразу раскрою скобку. Так, единица тут у нас будет минус 2х и плюс 2х квадрат. И на х в степени омега минус 1. Единица на омега. Минус 2 на омега плюс 1. Плюс 2 на омега плюс 2. Так, здесь омега квадрат плюс 3 омега плюс 2. Минус 2 омега квадрат минус 4 омега. Плюс 2 омега квадрат плюс 2. Самая правая особенность, потому что при взятии вот этого интеграла при малых x его поведение будет доминироваться наиболее правой особенностью функции f от омега, да? Ближайший контур к миру. P кварка в кварке. От омега. Да, да.
sœur. Единица плюс x квадрат на x чертовый плюс. Что такое x плюс? Расписывайте сразу. Так, ну это интеграл от x чертой минус, это значение в единице. Так. X чертой и минус значение, это вот это и же вот. И минус значение вот этого вот в единице то будет. Вот этого вот. У вас вообще впереди стоит x в степени 1 минус 1. Ну, давайте пока напишите общую. Здесь плюс. У вас впереди еще перед интегралом стоит. Да, да. Угу. Плюс 3 второе. Ага. Дельта в степени 1 минус x. На x в степени 1 минус 1. Ага. Минус 1. Вот здесь вот возникает такой интеграл, смотрите, вот от вот этого плюса. Ну да. Да? Интеграл вот такого вида. Давайте его отдельно посмотрим. Назовем его S антонимом. Он такой интеграл. Когда я распишу, что такое x плюс, да, это будет интеграл от нуля до единицы до x. А x в степени минус 1 на x минус 1. Вот такая вот. Такая штука здесь возникает. Правильно? Mm-hmm. Очевидно. Ну вот, скажем, вот от единички будет такое же выражение, только омега надо на единицу сдвинуть. Правильно? Для двойки будет такое же выражение, только омега надо на двойку сдвинуть. Да? Правильно? Чего этот интеграл равен? Давайте для начала посмотрим, если омега целая, то чему равен? Если омега целое число. А можно же для нецелого через бета-функцию его взять? Геометрическое прогрессия будет. Да я говорю, посчитайте сначала для омега целого. Ну хорошо. X1, 3, минус 1. Ну да, прогрессия будет. Сумма. X. X в степени, x в этой степени от нуля до омега. Чего? X. Ну, в катой степени. Угу. Да, да, омега. Ну, омега равно n, давайте. Да. Да. Не до n, да, наверное, а до чего? Да. N минус 1. Угу. И от всего от этого интеграл под x. Угу, с чего упало? Ну, сумма x в степени... x в степени k плюс первое... Ну, понятно, единицы интегрируете, x в степени k. А, да. Единица на k плюс первое. Ну, можно написать единица на k от нуля до n, вот так. Только не от нуля. От единицы до n, да. От единицы до n, да. Ага. Вот. Да. Ага. То есть вот для целых такое простое значение, да, получается? Можно написать вот в такой удобной форме, чтобы аналитическое продолжение на нецелую n сделать. Вот смотрите, можно записать единица на k, да, минус единица на k плюс m. И k брать от единицы до бесконечности. А. Правильно? Ну да. То есть все члены ряда, начиная с, когда здесь стоит n плюс 1, n плюс 2 и так далее, они сократятся, вот сократятся отсюда. Правильно? Да. И тогда... И тогда мы можем вместо омега написать уже концерт. Угу. Ну, кстати, давайте сначала будем занимать. Да? Плюс n минус k. N это будет внешний множитель. Угу. А k на k плюс n. Угу.
Ну и тогда, если не целое вообще, то получается омега. Угу. На сумму единица на ханака плюс омега. Угу. И все. Только надо некую аккуратность соблюдать, когда вы пытаетесь сделать аналитическое продолжение с целых чисел на всю комплексную плоскость. Да? То есть в общем случае вы знаете, из ТРКП что-то нельзя делать. Можно делать аналитическое продолжение только с плотного множества. Натуральный ряд – это не плотное множество. Да? Но есть такая специфическая теорема, она называется теорема Карлсона, да, которая вам говорит, что если вот эта функция у вас, вот эта функция, она у вас аналитична при реальной части омега больше конечного числа, в данном случае больше нуля. Да, если реальная часть омега больше нуля, то функция аналитична, правильно? Потому что все эти полюсы лежат при омега равных минус 1, минус 2 и так далее. Да? Правильно? Вот. Это первое условие. А второе, что она должна до бесконечности таких больших омега расти не быстрее, чем e в степени k модуль омега, где k должен быть меньше π. Строго меньше. Да? Но здесь видно, что здесь у вас не экспоненциальный рост. При больших омега как у этой ряд себя идет? Ряд себя как идет, когда я бесконечности стреляю? Ну, как где-то функция. Ну какая где-то функция? Как минимум остальное его можно. Ну, гармонический ряд. Это... Гармонический ряд при больших n, это что такое? Расходимость. Ну, логарифмическое. Логарифмическое, да, то есть он быстрее логарифм, по себе. Это будет выполнено. Вот, и вот из этой теоремы можно аналитически продолжить. Да, на всю плоскость. То есть вот такое выражение, нужно считать это значение этого интеграла для произвольного. А вот этот ряд его просуммировать-то можно к чему-то свести? Ну, его, конечно, можно и просуммировать. Вот, давайте просуммируем. Ну, бета-функция здесь как-то не очень хорошо, как мы предлагали, но можно смотреть, что сделать. Вот возьмем этот интеграл для области, где реальная часть больше омега, да? А потом во всю область продолжим комплексной плоскости. Это же целая область, правильно? Ну, вопрос такой, омега больше или меньше единицы, оно... Омега комплексная вообще. Ну, вот это, меньше единицы. Вот там надо, ну, странная такая штука, вроде, получается. Когда что у него? Особенность. Вот еще раз, ваша особенность, это выражение в комплексной плоскости, она диктуется вот этим выражением. Когда омега у вас минус 1, минус 2, минус 3 и так далее. А во всех остальных омегах у вас особенности нет. У вас есть некая аналитическая функция. Да? Вот давайте возьмем реальную часть омега больше нуля и просто по частям проинтегрируем это выражение. Вот это. Запишем как, не знаю, можно там переписать это как 1 минус x, да. Здесь как 1 минус x степень омега, да, то же самое. И по частям проинтегрируем, давайте интегрировать. Вот этот вот кусок интегрируем. Получается минус логарифм, единица минус x. Еще минус. Ну потому что единица минус x. А, минус логарифм, да, минус логарифм. Ага. На единица минус x степень омега. От нуля до единицы. И раз минус, то тут плюс. Вот это вот а. Здесь тогда плюс. Здесь все равно будет минус. Тогда минус омега. Интеграл. Единица минус x. На x в степени омега минус 1. Угу. От нуля до единицы. dx. dx. Да, dx. Угу. А такой интеграл мы с вами, помните, в прошлом семестре брали? Да? Как его можно взять? С логарифмом? Логарифм тоже. Логарифм как представить можно? Как ряд? Ну, если как ряд представим, то вот вернемся к тому, что недалеко уйдем. Да?
Еще как алгоритм, это что такое? Функция в обратной экспоненте, гениально. А еще это есть вот такая величина d под эпсилон от чего? От 1 минус x в степени эпсилон. Ага. 3 эпсилон стремящимся к нулю, правильно? Ага. Да? Ну, это было у нас уже. А, это у нас будет бета-функция. Вот, и когда все вместе появится бета-функция, тысяча чему отравал. Не интегральные слагаемые у нас. Когда реальная часть, вот они сомневаются, когда реальная часть омега больше, да. Будет, правильно? Да. То есть непроизвольный омега, поэтому я специально эту область ограничу, да? Минус омега d под эпсилон. Угу. И здесь будет бета-функция от омега и эпсилон плюс 1. Ну, как правильно предложить. Ага. То есть мы такую специальную спецфункцию рассматриваем, она у нас в диагональных. Диагональных элементов возникнет, диагональных моментов. Поэтому мы их так вот подробно сами расписываем. Так, и все равно омега, и ага, расписываем. Это через гамма-функцию, да? Гамма-функцию, да. Гамма от омега. Угу. Гамма от эпсилон плюс 1. Угу. На гамма от гамма от суммы, пожирнее, чуть вперед. Омега плюс эпсилон плюс 1. Угу. Ну и вот это надо продифференцировать и... Вперед. Так. Омега на гамма от омега, это что такое у нас? Омега на гамма от омега. Омега на гамма от омега. А. Омега умножить на гамма от омега. Упрощается как? Сейчас попробую вспомнить. Как? Гамма от 1 плюс омега, конечно. Знает кто-то? Минус гамма от 1 плюс омега. Смотри. На d под эпсилон. Сразу берите произвольно. Да, да. Сейчас. Гамма-штрих от эпсилон, гамма-штрих в точке единица. Угу. Гамма-штрих единица. И сразу эпсилон нужно полагать. Да. На гамма от омега плюс 1. Угу. Да. Вот. Минус. Угу. Гамма от единицы. Гамма-штрих, да? Нет, просто а гамма от единиц, мы на теперь перейдем. Ну, гамма от единиц, это зачем писать? Это единица. Да, да. Минус, да. Гамма-штрих от единицы плюс омега. Ага. На гамма-квадрат. Ага. Единица плюс омега. Вообще, наверное. И если мы введем такую стандартную функцию ПСИ, помните, вводили ПСИНЗ, который есть для ПДЗ от логарифма гамма-функции. Потому что то же самое, гамма-штрих от Z, на гамма от Z, да? Да. То наш ответ через ПСИ-функцию как будет выглядеть? Так. Так, гамма ПСИ от единицы. Угу. Минус. Угу. Общий минус. Минус пси от единицы. Пси от единицы, да. Угу. А второй слагаемый тоже. Пси. Пси. Плюс пси от единицы плюс омега. Угу. Плюс пси от единицы плюс омега. Пси от единицы это что такое? Пси от единицы. Что было у нас с вами такое? Минус гамма и лев, да? Мировая константа математическая 0,57 там и так далее, говорит, да? Хорошо, то есть видно, что на ответ от омега один значок через другую спецфункцию, да? Просто спецфункцию через другую. Все реально это просто логарифмическая производная
гамма-функции. Да? Он к элементарным она не сводится. К элементарным она сводится только, когда омега у вас целая. Да? Когда омега целая, вы можете, это значение, оно становится рациональным, правильно? Рациональным выражением. Ну понятно, да. Угу. Все хорошо, возвращаемся к нашему интегралу. Давайте, чтобы S от разных аргументов не писать, мы с вами в числителе полный квадрат. Видели, у нас 1 плюс x в квадрате, мы можем писать 1 минус x в квадрате. Да? И что еще? Плюс 2x. Плюс 2x. Угу. Плюс 2x. Угу. Тогда у нас члены, здесь это 1 минус x, с 1 минус x просто сократятся. Ну да. И никаких проблем не будет. А члены с x, они дадут x в степени омега. Да, да. Здесь, и появится в точности вот s от омега. Да? Ну да. Да? Давайте читайте. Так, единица минус x. То есть один минус x сократился, да? Да. А второй, раскрывайте скобки сразу на x степени омега. На x степени омега. Минус 1. Угу. Это вот первый член dx. Это dx потом напишите. Да, да, да. Плюс s, плюс s от омега. Плюс s от омега. А, вот у нас стоит, смотрите, 2х умножить на х степень омега минус 1. Знаменатель х плюс, х чертой плюс. То есть по определению х чертой плюс, это что такое? Напишите интеграл, да? Плюс. В смысле, х чертой плюс по определению расписано? Ну да, да. Смотрите, слагаем что-то. Да. 2х. 2. Х в какой степени? В степени омега. Ага. Минус 2 просто это единица. Ага. Про... На единице минус 3. Ага. А это у нас будет минус 2 с от омега. Ага. И плюс 3 вторых дельта. Плюс 3 вторых, да? Интеграл. Ну, ага. За x степени омега минус 1 тоже. Все берется. Ага. Считаем, чему это равно. Так, где стереть можно. Ага. А, собственно, это уже ответ будет, да, поэтому вот для себя вот его не записываем. То есть, мы что считаем? Какое число? Да. Да? CF. CF. Ага. Так. Единица на омега минус единица на омега плюс 1. Угу. Так. Так пишите. Прямо так? Угу. Ну, может, хочешь узнать. Единица на омега минус единица на омега плюс 1. Так, единица на омега плюс 1. Угу. Первый член. Минус 2 s от омега. Это через пси мы запишем. Просто как s от омега, пишите, и все. Минус 2 s от омега. Минус 2 s от омега. Ага. И плюс дельта функция. Плюс 3 вторых. Плюс 3 вторых. Плюс 3 вторых. Ага. Замечательно. Вот давайте на это выражение внимательно, внимательно посмотрим. Чуть-чуть отойдите, чуть-чуть, чтобы было видно. А если омега равно единице, да? Омега равно единице. Смотрите, это значит, что здесь вот у меня ничего не стоит. Ну да. Ничего не стоит. Когда возникает интеграл от вот этой штуки по dx, да. Да, чему он равен? На прошлом семинаре мы говорили, что вот этот коэффициент 3 вторых, он определялся из какого условия при дельта функции? Из закона сохранения заряда, да? И при записи закона сохранения заряда ровно этот интеграл там и возникал, правильно? Просто интеграл вот этой квадратной скобки по dx. И это должен был быть 0, правильно? То есть, по идее, мы при омега равно единице должны получить 0. Да, давайте проверим, получаем мы 0 или нет. Если омега равно единице, то s от единицы чему равно?
можно смотреть сюда, а можно в самое начало, что лежит быстрее, да? Угу. Да, это единица. Единица, да. То есть здесь минус 2, правильно? Да. Если он микрофон единица, то одна, так. Одна вторая, минус 2 плюс 3 вторых, ну, да? Получаем 0, да? То есть действительно видно, что интеграл от квадратной скобки под x равен 0. То есть этот коэффициент 3 вторых, он потом работает. Именно так, чтобы выполнить закон сохранения. Да? Хорошо. Молодец. Давайте еще последнее. Там все можете стирать про эту ситуацию. Ну, кроме определения. Определение можете оставить. Вот это стирать? А остальное все можно стирать. Ладно, все стирать. Степени омега минус х в степени омега плюс 1. От х еще тогда у нас возникает х в степени омега, а здесь х в степени омега. Нет, я бы первый член пока пишу х на х с чертой, да. Я про него говорю. Да. 5 плюс. Ну, давайте последний напишем. Да. Сначала. Если ты будешь один, минус х, да? Да. Плюс х в степени омега минус 2. Минус x в степени омега минус 1. И вот этот вот кусок теперь. А этот кусок нам прямо даст. Да. Что даст? Плюс s от омега. Минус. Ну напишите явно, что такое x в степени омега. X в степени омега минус 1, да. Поделись на 1 минус. И вот от этого всего дрит и плюс 1 вторая бета 0. Да. Бета 0 чему дрит равна? Бета 0. 1 из 3-х. 3-х. Чего? НС. 1 из 3-х НС минус 2 3-х НС. Да? Ну, считаем. Так. На единица на омега плюс 1. Минус единица на омега плюс 2. Плюс единица на омега минус 1. Минус единица на омега. Минус s от омега. Плюс 1 вторая бета 0. Ну, в принципе, можно так, я думаю, можно так и оставить. Ну да, тут, по-моему, что-то некрасивое будет, если мы будем привыкнуть. Ну да, здесь можно по парам привести, но это ничего не пройдет. Давайте посмотрим. Где особенности аналитические были? Ну, в нуле и в минус единице. S-атомика имела в нуле особенности? В аналитической. Когда омега равно нулю, S-атомика чему равна? S от нуля чему равна? Ну, тоже бесконечности, потому что там гамма в нуле. Бесконечности. Это пси от 1 плюс омега минус пси от единицы. Если омега равно нулю, то это чему равно? А, нулю. Нулю, да, то есть здесь... Особенности начинаются только когда омега равно минус 1, минус 2 и так далее. Да? То есть ближайшая особенность будет даваться вот этим полюсом, будет 0. Да. А, здесь какая самая правая особенность какая? Единица.
единица, да? Единица вот этого, да, слабенького. То есть самая главная особенность у нас возникла откуда? От вот этого, от единицы на х. Да-да. От вот этого мягкоглионного члена. Единицы на х — это же мягкоглионное излучение фактически, да? То есть самое главное поведение, магнетическая особенность дается именно этим членам. Угу. Хорошо, спасибо, Кирилл. Дальше двигаться. Это мы нашли с вами моменты всем, да? Вот этот момент, вот этот момент, его запомните, мы его с вами получим еще другим способом. Значит, вы его отведите. Вы из лекции знаете, что эти моменты, кроме того, что они являются ядрами уравнения троллей по лизе, какой еще физический смысл имеет? Чем они являются? Ну, на лекции, когда это было. Это матричные элементы матрицы аномальной размерности операторов 302. Да? Правильно? Было такое? Было, но вы поняли, мы еще раз об этом будем говорить, поэтому я надеюсь, что поймете. Вот. И мы вот эту же величину посчитаем, вот, через семинар посчитаем вот, со совсем другом подходе. То есть в подходе операторного разложения, да, то есть в подходе вот в таком прямом. Хорошо, а сейчас давайте еще про преобразование медленно поговорим. Второе свойство. Да? Второе свойство, такая теорема о свертке. Допустим, у нас есть две функции f от x и g от x. Да? X у нас от 0 до 1, и эти функции имеют меллиновские образы. Да? То есть меллиновские образы существуют как аналитическая функция. Да? То есть они уж не слишком плохи, чтобы от них можно было интеграл этой функции посчитать. Да? Тогда, если я рассмотрю вот такую функцию h от x, которая есть интеграл от x до единицы, x' f от x делить на x', g от x', вот такую функцию, да? То меллиновский образ этой функции в смысле первого определения, да, в смысле определения под пунктом А, помните определение, когда x меняется от 0 до 1, да? В смысле первого определения меллиновский образ будет просто произведение меллиновских образов f и g. То есть видно, что такая сложная интегральная свертка, она просто переходит в обычное произведение. Да? Если аналог этой теоремы, если у вас f от t и g от t такие, что t от 0 до бесконечности, да, и тоже существует у каждого из f и g существует меллиновский образ, в смысле второго определения, определения b, да, когда интеграл берется от 0 до бесконечности, то вот такая вот величина h от t, равная интегралу от 0 до бесконечности b t' f t' g t', то вот такая величина, да, она тоже имеет меллиновский образ равных произведений
Миллеровских образов в смысле определения B. Да? То есть определение B напоминает, когда мы берем, скажем, f от омега, это интеграл, когда берем от нуля до бесконечности. Да? Короче говоря, если у нас встречаются где-то, в наших приложениях встречаются вот такого рода свертки, то разумно некоторые разумные, но в основном такой сложный методы возвращают его в произведение. Правильно? Ну, давайте для простоты. Извините, да, у вас точно, если у него обязательно не исполняется следующее. Отделение. Это томика, второе, которое. Но. Там же должен быть лопас просто. Почему просто? Нет, не лопас, там тесты и все. А, в смысле, вы имеете в виду нуля бесконечности, просто предел интегрирования. Предел интегрирования, когда бесконечность, это то же самое. Вот это то же самое стояло. Ну вот я писал, когда определение, здесь же не экспонента стояло. Там стояло то же самое, t в степени омега минус 1. Так же, как и в определении А. В определении А у меня f от омега, это если интеграл от нуля до единицы по dx, да, x в степени омега минус 1, f от x, правильно? Здесь такое же выражение стоит. Все то же самое. Только пределы здесь от нуля до единицы для вот этой формулировки, а здесь от нуля до бесконечности для вот этой формулировки. Вот. Ну давайте скажем для формулировки А, ну там да идите, для практики. Так, они нам. Ладно, кстати, про. Где мы хотим свертку превратить? Еще раз, вот смотрите, мы хотим показать, что миллиновский образ такой комбинации есть произведение миллиновских образов. Да. Да? Все это мы хотим показать. Я думал, мы это хотим видеть. Я думал, мы это хотим видеть, а видеть, кредить. Вот мы сейчас сначала кидаем на кайске, а потом мы берем, где то будете применять. А еще, а можно вопрос такой? Да. А вот все эти преобразования, кроме функции, почему у них класса? Пишем определение, да? У них ядро-то нулевое, в смысле, что мы ничего не потеряем и не можем потерять, допустим, если мы в одну сторону где-то преобразование, а потом к решению применим обратно. У нас не может быть, что какие-то функции попадают в ядро, например. Нет, ну какие-то функции вполне себе могут попасть в ядро, но вы знаете, что по Лаплас можно, ну, с точки зрения аналитических свойств, связать с преобразованием Фурье. То есть, так иначе, все это преобразование Фурье, да, относится, да. Вот преобразование Фурье, оно вам L2, лебеговское пространство, переводит в пространство, которое в L2 плотно, да. То есть, фактически, оно действует из L2 в L2. Ну, понятно. То есть, если вы функцию Z2 берете, то вот, ядра у вас там никакого не будет. То есть, можно их определить на функциях. То есть, можно Фурье образ определить как преобразование Фурье, как однозначное отображение, да, на плотном множестве V2. Поэтому любую функцию Z2 вы фактически из этого плотного множества можете приблизить. Да? То есть у вас таким образом вы все L2 находите. Ну понятно. Да. Теперь надо вытащить отсюда образ. Угу. Ну, давайте область интегрированную рисуем. Область интегрированную рисуем. Полицей. Х зависит штрих. Да. Как мы интегрируем? Квадратик рисуйте сначала. Вот мы в какой области здесь бегаем? Так, ну x все. X бегает это функциональная единица, а при фиксированном x, x' бегает откуда? Да. Вот в этой области, да? Ну и, наверное, нам хочется их сделать симметрично. Что делать? Ну, мы хотим пределы интегрировать. Да, пределы интегрировать. Нет, сначала давайте по x' будем интегрировать. X' каких пределов интегрировать? Тоже от нуля до единицы, да? Не стирайте картинку. Так, ну,
собственные функции преобразования Фурье. Ну да. Это значит, что они еще полный объем образуют в Ль2. Когда уже собственная функция? Что? Да. Функция Ль2 уже собственная для преобразования. Как это уже просто частный случай, когда вы берете первый полиномный вид? Да. Сейчас. Х степени омега минус 1. Вот где у нас здесь Х? Ну, вот здесь можно было сразу все-таки интеграл, но сначала из него все лишнее вытащить. Да? Смотрите, штрих можно было вытащить. Нет, да. Это, мы еще поделить на их штрих хотим, я так понимаю. Ну, потом будем брать интеграл. Ну, напишите сначала, потом будете вращать их. Штрих, то есть все это вытащили, да, и что осталось? Нуля до х' x степени омега, ну вот, собственно, вот это почти что образ. Что еще можно вытащить? Лишнее все вытащили. Штрих еще есть. Ага. Да есть. Да. Ну, вот, и предлагается поделить на х'. Ну, поделите, умножить там, и вот здесь тоже. Вы же из вот этой штуки хотите сделать что? Хотите сделать вот такой интеграл, правильно? Ну, да. Ну, я вот и предлагаю. На этом закону надо сделать замену перемен. Ну, кси, это х на х. Написать, что х это есть кси умножить на х штрих. Замена перемен. Да. Пишите, х равно. Тогда кси в каких пределах будет меняться? А ряды единицы. Кси уже будет от 0 до единицы меняться, да? G от x' сейчас разберемся. Так, а x' было x' было? Нет, я не вижу, что от 0 до единицы до кси. Аккуратненько давайте писать. Да и штрих это что такое будет? Через кси икс. Кси будет и что еще есть? Вот у нас здесь есть х степени омега dx, да? А х это у вас кси умножить на х штрих. У нас был dx, станет декси на х штрих. Х штрих у нас не меняется, у нас просто х штрих есть. Нарисуйте его дифференциал у вас. Я не знаю. Дифференциал dx это что такое? Dx штрих умножить на dx. Это дифференциал. Да, теперь здесь у нас x штрих степени омега минус 1 на x степени омега минус 1 на f от x. Да. Ну вот они, один сократился, и а другой образ вымер. Ну, в общем, раз. В этом же упражнении сейчас вот такую штуку посчитаем. Смотрите. Вот такую штуку. Кстати, видите, что не очевидно эквивалентность первого и второго определения. В смысле, это не эквивалентное определение, это разные интегральные преобразования. Это не одно и то же определение. Это два разных интегральных преобразования. Ну,
Одно преобразование вы применяете к функциям от нулярных до единицы, которые, да? А второе от нуля до бесконечности. Давайте вот такую величину рассмотрим, повторите, как я ее позначу. Такой пример. Пример применения вот этой теоремы, да? Давайте я обозначу и L, значком M от X, вот такую штуку. И вот она как выглядит. Интеграл от нуля до единицы. DXM под DXM. Интеграл от XM до единицы. DXM N-1 на XM N-1. Интеграл от XM N-1 до единицы. DXM от DXM N-2. Такси n-2 и так далее. Интеграл от xi1 на xi1, а здесь стоит xi2, да, то есть вот вещь больше минус xi2 до единицы. И аргументом здесь стоит набор функций xi1 от xi1, xi2 от xi2 поделить на xi1, от xi3 поделить на xi2 и так далее. Вот такой вот параллель xn от xn поделить на xn минус 1. Да? И дельта функция напишем. Дельта функция от 1 минус xn на x. Сейчас или x написать, сейчас собрать x на x. Ну, если разворачивать по паровозу, сначала по первой петле. Ну, такой вот паровозик. Да? Можно. А сейчас я картинку нарисую для этого паровозика. Картинка. Так, теорема уже есть, поэтому я ее сейчас. Картинку для нас. Он нам понадобится сегодня. Провалик. Картинка такая. За объект такой, пока что просто формально лежал нарисован, он связан с некой лестничной диаграммой, которую чуть-чуть дальше увидим, да, где соответствующие кси — это есть доли продольного импульса, скажем, начального кварка, да, начального кварка, доли продольного импульса у кварка на каждой лестницы, на каждом этапе нашей лестницы, да, не знаю, как по-русски сказать. На каждой ступеньке нашей лестницы есть кварковая линия, да, и у этого кварка есть
доля продольного импульса к си соответствующая. Да? А, вот. И при вычислении сечения, когда вы смотрите полного сечения, когда вы смотрите переход кварка, вот у вас здесь есть кварк с импульсом P, да? Кварка в тот же самый кварк и виртуальный фотон. То есть есть полное сечение перехода кварк-фотон, да? Полное сечение мы смотрим, и там возникают такие лестничные диаграммы, да? Мы сейчас чуть дальше скажем, как они возникают, и там возникает такой интеграл, да? Такой интеграл, где каждый из вот этих p, которые здесь стоят, здесь я пока произвольными функциями написал, а реально это что такое будет? Это будут наши ядра интеграли по лизе. Вот с каждым вот этим процессом деления начального кварка на кварк и глион, у нас связано ядро перехода кварк в кварк, да? Здесь тоже кварк в кварк пришел, да? Вот. То есть вот такой интеграл, он вроде как абстрактный, на самом деле он возникает, да? Чуть дальше подробнее скажем, как он возникает. А сейчас давайте его просто вычислим. X это то же самое, что Xi, то есть последняя продольная компонента, это есть то же самое, что X, да? Поэтому здесь стоит вот такая дельта-функция, да? Вот если Xi под дельта-функцию занести, да, в знаменатель, да? То здесь будет стоять дельта-функция, вот Xi минус X, правильно? Она в числительстве идет, правильно? Ну давайте. Может быть образ вычислить? Да, сейчас вычислим образ, но сначала дельта-функцию снимите. Ну здесь убирается вот ксиен, здесь. Угу. Ну перепишите просто. Ну, вот интеграл будет под x. То есть интеграл будет откуда на откуда? Не, аккуратненько. Ну, оказалось бы. Надо же ксиен равен. Ну, интегрируем по ксиен. Да, реинтегрируем к сен. Что получится в результате? Сен равенство. Интеграл это ксан. Да, это ксан. Вот эта ксен, она уйдет сюда, да? Дельта функцию уходит, правильно? Вот этот ксен можно запихнуть сюда, будет дельта ксен минус х, да? И по ксен она возьмется. Да? Ну, интеграл, да, такой. Минус один. Ага. Ну, еще надо ксиен, правильно? От ксиен минус один. Ксиен минус один. Это будет наше же, да?
Следовательно, нелинейность чем равен? Можно вынести здесь P, N от Q, атомика. Атомика, да. А все остальное. А все остальное, это у нас будет образ. Она, все остальное это что такое? Это будет нелинейность образ вот того, что стоит теперь квадратный столб. Правильно? Ну и надо это писать. Погодите. А чего надо будет выглядеть в виде интегралов от нуля до единицы. Нелинейность образ по вот этой переменной, да, правильно? Вот этой переменной. А чему он равен, в свою очередь? Ну, он равен P, N минус первое. Образ P, N минус первое. Образ P, N минус первое на еще один внутренний интеграл, да? То есть получается такая рекурсивная процедура, в результате которой что мы получим? Ну, просто произведение. Просто произведение, да. Вот, пишите несколько членов. Пм, Пм, минус 1. Да. Угу. Вот так. Пишите, что такое L? А? L это что такое? Какой? L? А, L это продольный. От слова продольный, почему? Потому что первоначально этот интеграл возникает в такой диаграмме, где интегрированы по кси, интегрированы по продольным компонентам. Да? То есть у вас есть. Ну давайте чуть позже я напишу этот интеграл, и мы посмотрим, что то есть такое. Или от слова продольный. Да? То есть видим, что наша теорема позволяет нам упрощать вот такие свертки, такие выражения. Да? Сейчас уже 20 минут. Да. Следующая наша задача, в каком-то смысле главная, да, третья, это решение уравнения дигла. Да? Это сделано еще по-русски, но здесь по-английски пишу. Докшитцер, Грибов, Лихватов, Фонтарелли, Паризин. Так Шитцер, Глингов, Липатов, это все советские ученые. О, вот русские. И есть еще БФК, куда Фадрин входит? Есть БФКИ, туда входит Фадрин. Можно такой вопрос, если тема есть первоклассник, который больше ребенок входит, чем я? Наверное, есть. Есть Джим Волк, есть такое уравнение. Янг Винг Паланг, он даже много имен, я все назову. Бывает больше. Просто нет предела. Значит, наше уравнение на фотонные плотности, да, то есть у нас есть протоны, и мы смотрим сколько в протоне есть фотонов типа К с продольным импульсом исходного протона X, да, из размерной величины, которая обозначает долю продольного импульса исходного протона, и с поперечными импульсами меньшими либо равными q квадрат, то есть это по q интегральная величина, да? То есть вот у нас есть такой объект, это подпольная плотность, да? Вы помните, что этот объект, он играет достаточно фундаментальную величину. Почему? Потому что для рабового круга рассеяния именно эти величины входят в адронный тензор, да, в адронный тензор входит в структурные функции от 1 квадрата, но в простейшем случае это там 1 вторая, сумма полка, квадрата, и F2. F2, которая для случая, если у нас фотоны не являются фермионы, как оно с F1 связано? Структурная функция.
x и по 1, правильно? 2x, 2x, f1. X по 1. То есть у нас вот эти величины f1 и f2, которые строятся в наших, в данном случае, марковых распределений, они входят в адронный тензор. Да? Адронный тензор — это величина, через которую мы записываем полное сечение, да, глубоко не упругого рассеяния. Верно? Вот, то есть они играют достаточно фундаментальную величину, фундаментальную роль. И на них у нас есть уравнение. Вот мы сейчас ему напишем это уравнение. У вас на лекциях был какой-то вывод, возможно, этого уравнения. Да? Вот. С вами решим, а потом сделаем еще некое такое подобие вывода, а именно просто проиллюстрируем на диаграммном уровне, к чему это, что это уравнение означает. Да? Чтобы было уравнение как бы не с потолка на вас свалилось. Пока что оно такое падает на вас с потолка, да? Сейчас. Вот в квадрате. Какие-то от x в квадрате. Это есть альфа s от в квадрате разделить на 2π. А здесь идет интеграл по от x до единицы. Дельта штрих на штрих. Да? P и k от x делить на x' f катая от x' по квадрате. Вот. Где по k идет суммирование, да? По всем k идет суммирование. Суммирование идет по всем возможным типам протонов. То есть это по кваркам, по антикваркам и по глионам. То есть индекс k пробегает 2nf плюс одно значение. nf кварков, nf антикварков и один глион. То есть вот такое уравнение, оно что оно делает? Оно описывает эволюцию фотонной плотности относительно q квадрата. То есть вы что делаете, что означает эволюция? Значит, что вы берете какой-то масштаб q квадрата. Q квадрат. Квадрат — это фактически есть виртуальность вашего фотона, которым вы пробуете ваш протон. Да? И обратная величина единицы на q — это фактически есть расстояние, на котором вы смотрите, минимальное расстояние, на котором вы смотрите на ваш протон. Да? Такая лупа. Да? Вот, если вы берете лупу с характеристикой q квадрат, то вы в протону видите набор протонов, которые характеризуют вероятность нахождения которых дается вам вот этими функциями fk от x. Да? То есть fk от x — это что такое будет? Это будет число соответствующих протонов с продольной долей импульса x и с поперечными импульсами от нуля до квадрата. Да? То есть интегральная по поперечным импульсам величина. Дальше вы изменяете ваш квадрат, изменяете его, увеличиваете, скажем. Да? Вы его увеличиваете, значит, вы можете все меньшее расстояние видеть в протоне. То есть вы будете видеть большее число фотонной модели, вы при этом видите большее число различных фотонов, да? Что это означает? Это означает, чтобы достичь величины q квадрата больше, чем первоначальная, вы можете излучить несколько дополнительных фотонов, да, с меньшим q квадратом. И тогда в вашем протоне вы увидите их все. То есть вы увеличиваете q квадрат и видите большее число фотонов. Да? Чем больше q квадрата, чем больше q квадрат, тем больше число фотонов вы видите. За счет вот таких вот процессов ветвления, да? Вот это литературное определение. Глион у нас без массы и без какого будет хорошего. Ну, это так. Ну, разные. Их естественно. Оно в смысле есть. А? А в каком смысле есть всегда. Так, ну так оно и есть, да? Но f от x — это что-то, это же непрерывное, ну, это же распределение ваше, да? То есть это некая вероятность, некое вероятностное распределение, с которым вы видите соответствующий протон внутри протона с продольной долей импульса x и с поперечной меньшей, чем у квадрата. Да? Вот. Оно описывается таким уравнением. Да? Мы уже научены предыдущими задачками, поэтому примерно предполагаем, примерно знаем, как его решать, да, это уравнение. Как это решать? Образ. Да, брать образ. То есть разумно взять
вместо функции f хат разумно посмотреть моменты. Да? А момент, я так и назначу, m и t от омега и пуш подать. Да? Это есть просто мелиновский образ. Мелиновский образ функции f и t от x пуш подать. Вот такая, такая штука, да? Давайте, Андрей, раз вы это делали, то... Ну, правая часть уже понятна. Ну, слева ваш интеграл, он же спокойно проносится через производную, правильно? Он просто производный момент. То есть левую и правую часть интегрируем по dx от меня до единицы с весом y в степени омега минус 1. Тогда слева у нас что получится? Уже производная, можно ее писать как полную производную. Потому что омега будет внешним значком для этого. Так. Вот и того момента, да? В зависимости от омега, мы вот я внизу буду писать, то есть не хочу сколько писать, чтобы это назвать. Для нас сейчас наиболее важно это зависимость от q квадрата. Да? То есть как протонная плотность меняется, если мы q квадрат увеличим. Вот, ну а справа у нас получается произведение образов. Произведение образов, ну так и пишем. Так, писали как k и от омега, да. На эти величины как раз сегодня все нашли, да? Квадрат в правой части есть. Справа, вот такого. Нет, не только. Она есть здесь, и она есть в альфа-С. Альфа-С у меня тоже зависит от квадрата, правильно? Вот. То есть, в принципе, это обыкновенная, то есть система обыкновенных дифференциальных уравнений, которые мы уже вполне можем решать. Да? У нас их сколько? Столько, сколько различных типов протонов. То есть сколько штук? Ну, квадрат. 2 НФ кварков и глионов и кварков и антикварков и один глион, правильно? Вот. Отлично. Ну а давайте попробуем вот эту систему 2NF плюс одно уравнение распутать, как мы можно на лекциях делали, но мы сейчас это сделаем, не бесполезно будет. Распутать следующим приемом. Но для начала давайте напишем вот это уравнение для кварка, когда и равно кварку. То есть для под логарифм квадрата, когда здесь стоит какой-то квадрат. Сейчас были морские квадраты. Сейчас все будет. Если здесь стоит квадрат, то как выглядит уравнение для шутера? Ну, гривен у нас. Ну, в идеальном виде пока идет суммирование, да? Вот и скобочка открылась. Угу. Значит, k может быть чем? Может быть... Ну, же q, а может быть... Yes. Ну, может быть q вот конкретно вот этим. А может быть всем остальным. Это может быть либо кварк, либо глион, либо антикварк, правильно? Ну, там еще разные плейборы. Да, разные плейборы, да? Давайте с глионов начнем. То есть здесь будет первый член, это p. Q глион. На глионный момент. Плюс сумма по всем. Плюс сумма. Напишите пуш-штрих. Да? Пуш-штрих по пуш-штрих. Где пуш-штрих пробегает все кварки и антикварки. От чего? От P пуш-штрих.
наш выбранный флейвор. Вот мы выбрали какой-то флейвор, да, зафиксировали его, обозвали Q. Да? Вот. А здесь все остальные флейворы, кварков и антикварков. Да? Да. Хорошо. Теперь, вот наши вот эти ядра, они описывали ли они переход одного флейвора в другой флейвор? Или кварк в антикварк? У нас такого. Но это не может быть в хромодинамике. Не может быть. То есть они были диагональны по флейворам, правильно? То есть вот эта величина, она была диагональна по флейвору. Это кубуштрих. То есть если мы здесь выбрали, скажем, анти-S-кварк, то вот здесь вот у вас кубуштрих может быть только анти-S-кварк. Да? Но не M-кварк, не S-кварк. Да? Вот. Что это значит? Это значит, что вот эту величину вы, в принципе, можете вытащить за сумму. Да? За сумму. А именно поэтому разумно вести... А что значит вытащить за сумму, если мы можем сразу же подставить дельты? Дельта у нас задастся 0, если у нас штрих будет отличен от Q, а у нас Q будет только единожды в этой сумме. Ну да. Но вообще, то есть сумма выкидывается. Да. То есть тут никакого вытаскивания нет. Ну, в любом смысле, да. Здесь, ну, вы правильно говорили, может, немножко по-русски сказал, да? То есть у вас выживает только тот же самый член, что и с тем же флейвором, да? С тем же флейвором, да? И надо записать тебе уравнение для... Ну, давайте напишем теперь. Давайте теперь он напишем. То есть, ну, вот это давайте упростим, то есть здесь что ставим? Но... Все кварки без массы, как мы с вами смотрели, то есть масса и кварков не дефицируют нашу задачу. Но все вот эти функции для разных кварков, они одинаковые, правильно? Они одинаковые. Ну, и вот здесь вот действительно таки можно вынести за интеграл. Да? То есть переписать изображение, давайте перепишем вот таким образом. Мы его вынесем. И возникнет сумма, правильно? Да? Сумма по 2NF флейворам от прямо по штрих. Давайте ее обозначим какой-нибудь буквой N-сигма от умеза от кухопадания. Сигма просто будет обозначать сумму по всем кваркам и антикваркам. Mm-hmm.
М-сигма, да? М-сигма. Вот они как раз морские кварки здесь вот соединились, да? А тут, ну, от ОНК как раз перепишите здесь у меня тоже. Ага. Все наши ядра тоже отрубились, да? Теперь, что сделаем? Раз мы берем вот эту М-сигму, то плохо было бы на нее тоже уравнение написать. Можно что сделать? Можно взять два НЛФ вот этих уравнений и просуммировать между собой. Правильно? Ну, вот, давайте. И вот у нас здесь тоже М-сигма получится. Значит, в левой части возникнет что? М-сигма. Я пишем. То есть берем первое наше уравнение и суммируем его, да, по всем флейворам, кварков и расплатков. То есть будет произвольная М-сигма. Поскольку эта величина не зависит от флейвера, то просто будет 2NF. 2NF, а только уже. Они содержат величины, а именно вот эта кварковая М-сигма и глионная М-глионная, которые выражаются только друг через друга. То есть в правой части есть только М-сигма и М-глионная, М-сигма и М-глионная, правильно? То есть все наши уравнения расцепились на группу из двух уравнений, да? То есть из системы это две величины, которые мы можем отдельно решить. И давайте посмотрим на остальные уравнения. У нас еще много-много вот таких уравнений, правильно? То есть Q пробегает два значения. А давайте введем такую величину. NS это не синглетная. NS не синглетная. Q это обозначение нашего флейвора. Да? Это есть NQ минус единица на 2NF. М-сигма. То есть что мы должны сделать? Мы должны из вот этого уравнения вычесть последнее уравнение, умноженное на единицу на 2n. Единица на 2n. Вычесть, да? Тогда мы видим, что сократится, какие члены сократятся. Ну, вот эти вот одинаковые. То есть я отсюда вычитаю это деленное на 2n. Да. То есть происходит что? Просто сокращение, да, вот эти сократились. Сокращение вот этих членов. Правильно? Да. Отчетных членов происходит сокращение. А эти вот как раз остается вот схема. Он здесь будет коэффициент 1 минус 1 делить на 2n. Ну, давайте напишем его. Это все и напишем, какое у нас уравнение получилось на синглетное. То есть d логарифм квадрате, да, от несинглетной комбинации наших моментов. Да. Таких комбинаций сколько штук будет, кстати говоря? Вот по это обозначение флейвера, да, кварков и этих кварков. 2nf минус 1. 2nf минус 1, да. 2nf минус 1 штука. Да. Почему? Потому что если я просуммирую по всем флейворам, то получу ноль. Верно? Если это сказать. То есть их 2NF минус 1 штука. Да? То есть у нас есть M-глионная, M-синглетная и 2NF минус 1 штука несинглетных моментов. Почему?
А здесь близко внимательно лежит, стоит то же самое. Но. Если m квад минус единица на 2nf m сигма. Это если мы не сильно знаем. А, да. Это не тоже круто. Так, ну что-то общее можно вынести? Можно. Ну, по куку. Давайте здесь уже не со мной, а здесь зависит от обратной интеграции. Ага. Куку атомика, да? Угу. Еще 2 NF да. И что такое у вас стоит в скобках? А. Ну да. Это оно и стоит, правильно? То есть это и есть несекретная комбинация, да? Можно. Вы можете внизу подписать, можете стереть. То есть все, что в круглых скобках, это и есть наша несекретная комбинация, да? От того же самого. Что мы видим? Мы видим, что первоначально перепутанные 2NF плюс 1 уравнение у нас переписалось через две группы. Да? В первую группу входит два уравнения на глюонный момент и на кварковый момент, суммарный кварковый момент. Да? Это синглетные, называются синглетные уравнения. Терминология станет чуть более понятна позже, когда мы про операторное разложение с вами поговорим. Либо будет кругом рассеяния. И на 2NF минус 1 несинглетное уравнение. А это уравнение совсем простое. Да? Здесь стоит некая неизвестная величина, здесь стоит эта же величина. Это уравнение можно сразу проинтегрировать. Да? Вот давайте его интегрируем. Что мы с вами сделали? Мы, во-первых, с вами раздиагонализовали наши 2NF плюс 1 уравнение. Да? А теперь будем уже последовательно решать. Вот первое, что мы сделаем, это решаем несинглетное уравнение. Да? Делим вот на эту величину. Казалось. Всегда обыкновенное дифференциальное уравнение. Просто решаем его стандартным образом. Нет, не забываем, что он по S. Вот если поделить на по S, вот на эту величину. Ну. В разделении перемен. Ну, да, решаем его. Делайте что. DLS. Может, пока не пропустите, и мы сами скажем. Поделить на AlphaS. AlphaS лучше, у нас от квадрат здесь, лучше ее оставить. Мы сюда логарифм квадрат тоже привести. Разделение, куда мы решаем? Да. Здесь плюс. Ну. Да. Альфа-С. Квадратик на то. На С. Ну. Ну и дело. Для логарифма это что такое? Как он? Через какой квадрат? Ну. Ну, один делить на. Д в квадрате поделить на Д в квадрате. Да. Ну пусть пока. Ну, интегрируем. Интегрируем, смотрите, как интегрируем. По Q интегрируем от некого Q0 до текущего Q, а здесь от некого M0 до L. Да, да. Здесь так получается. Угу. Ну, пишите, это будет MNS от Q0, правильно? MNS от Q0 в квадрате. Ну и раз, да. Мы вводим некое начальное условие, да, вот мы это да. А здесь это квадрат. Да, здесь омега пишется, то есть тоже пишется. А здесь А здесь
будет интеграл на всю тему. Из этого интеграла можно кое-что вынести, да, сначала? Да. От некого к ноль в квадрате, до q в квадрате, да? Проявится на q. Здесь очень не купится, тогда q' какой-нибудь. Какое-то текущее, да? Угу. Логарифм q' в квадрате. Да, вот так вот. Угу. Вот. А теперь давайте вспомним, как у нас. Можно просто поставить решение для LHS у квадрата. Оно у нас. Помните, какое было? Вот. 1 делить. Ага. На 1 минус. Ну вот если в простой форме. Совсем простой. Там было 4π, бета 0 и логарифм. Да? У квадрата я буду сидеть, правильно? Все такое было решение. Но это как бы, если это сложно, то вы фактически берете уже решение для LHS. Да? То есть вы для этого должны решить уравнение Гелмана-Лоу. А это вообще не обязательно делать. Почему? Потому что давайте вспомним, как выглядит уравнение на LHS. На LHS. D. Как уравнение выглядит? D логарифм G, но D логарифм Q в квадрате к чему было равно? А Q логарифм Q чему было равно? Было, во-первых, коэффициент бета 0 началось не там, да? Было g квадрат и 4π было в квадрате, правильно? Да, минус g квадрат, да. Да, да. Таким образом, да? Вот. И да, это нужно поставить. Да. Вопрос, да? Ну давайте для красоты сделаем. Это наше уравнение, да? Да. Уравнение Гелмана-Лоу. Здесь квадрат напишу, и здесь квадрат напишу, да? На двойку, да, значит, умножу. Тогда здесь я напишу, как это d логарифм альфа s в квадрате поделить на d логарифм u в квадрате. А справа через альфа s как будет записываться? Ну, минус бета 0 альфа s. Минус бета 0 альфа s делить на что? На 4π. Альфа s это же квадрат на 4π. Да, поэтому она 4π останется. Она 4π останется. Вот. Следовательно, я могу... Минус... А, ну да. Минус бета 0 на 4π. В общем, вот это вот выражение умножили на минус 4π, или бета 0 подставить вместо... Угу. Сюда. Да. И 4π. То есть это выразить d, смотрите, я могу выразить d логарифм q в квадрате. Но у вас сокращается. Вот это d логарифм q в квадрате на альфа s его выразить. Да? То есть написать, чему вот это все равно. Ну подставляйте сюда. Так здесь вот. Все равно. Ну еще давайте. Вы здесь пишите одно. Просто представляете отсюда d логарифм q в квадрате. А минус 2. S до пи. Хорошо. Делить на бета 0. Угу. D логарифм альфа s. От q в квадрате. Q в квадрате, да? Угу. Вот так. Поэтому интеграл. Ну я, да. Андрей, напишите нормально, это же не либо надо учебу. Угу. А здесь нижний q0 в квадрате, верхний q в квадрате, да? Угу. Хорошо.
Ну, собственно, логарифм оттачивается. Ну. Минус 2. Ага. А здесь будет отношение логарифма альфа s от q в квадрате, да? Угу. Альфа s от q в квадрате. Альфа s от q в квадрате. Угу. Отлично. Мы записываем наш ответ. Мы наш личный логарифм экспоненцируем, да, все это дело. Несовершенный момент, у нас у него еще индекс Q есть, кстати, который тоже со всеми индексами давайте напишем, да, то есть таких их много. Флейбровый индекс Q, атомика, я атомика, Q в квадрате. Я попробую себе пишите. То есть некое начальное значение на момента. На отношении степени чего-то там. Ага, на отношении альфа-эса. Ну да. Ну, степень аккуратненько напишите, чтобы это было расширено. То есть минус 2 на p по 0 и p по q атомного, да? Вот. То есть мы фактически решили уравнение на по q квадрате, да? В зависимости от q квадрата мы нашли. То есть последним заключительным шагом является взятие обратного Миллерского образа по тем формам, которые мы сегодня писали. Правильно? И вот здесь вот как раз будет играть значение те аналитические особенности функции, которые сюда входят. Да? То есть самая правая особенность будет давать главный вклад в асимптотику, если мы берем малые x и так далее. У нас атомика что зависит? Атомика зависит от q, причем одно при омега равно единице чему равно, Кирилл? Так, p q. Андрей, чему равно? Там нулю. Нулю, нулю. Да. При омега больших единиц и целых одно отрицательно. Оно отрицательно. То есть если омега целая и больше единицы, то вот эта величина отрицательная, значит вся вот эта величина будет положительная. И при возрастании в квадрате у меня момент что, увеличивается или уменьшается? Ну, альфа-эс падает. Альфа-эс падает, значит что? Уменьшается. Уменьшается. Значит, при омега больше единицы, если я по вещественной оси бегаю, да, при увеличении в квадрате у меня момент убывает. Бывает, да? Вот эту величину вы из эксперимента извлекаете, сюда поставляете, да? В зависимости от атомика, каким-то образом характеризуете наши элементы, да? Вот. Сегодня мы решили с вами для несинглетного. Несинглетного. Это как называл валентный? Валентный квад. Вот это фактически, да, валентный квад. То есть вот этот момент, он связан с распределением тех квантов, которые первоначально были в протоне, да? Вот у вас в протоне был какой-то квант, да? Вот он испускал много разных ионов, и вы вот за ним следите, да? за вот этим кварком. Вот этот кварк вам будет описываться вот этим несинглетным моментом. А у вас есть же глионы еще, много разных глионов, есть кварки и антикварки, которые возникают от вот такого перехода глионов в кварк-антикварковую пару, да? Вот распределение вот этих кварков, оно будет описываться вот этими двумя моментами. То есть морскими кварками и глионными распределениями. Вот давайте формально, опять же, чтобы подготовить все для решения седьмой вашей задачи, формально решим еще и для синглетного случая. То есть первый у нас не синглетный случай, а теперь у нас синглетный случай. Нам много осталось уже. Давайте введем такой вектор. Он вектор синглетный, да? Который будет состоять из верхней компоненты, это будет кварковое распределение, да? Вот это m-сигма. А нижняя компонента это глионное распределение, да? Вот. И напишем уравнение на
Значит, у нас первая часть будет такая, да? А правую часть запишем через матрицу. Пишите эту матрицу. На первом месте у нас миокварки, во втором ионы. Здесь вот будет некая матрица такая, здесь вот есть классик пи, снова вот это центр, да? То есть сначала я вверх поместил. То есть два, нет? Вот это было. Просто будет. То есть на диагонали будут стоять диагональные распределения, правильно, Андрей? Да. Здесь будет по куку стоять, а на нижней диагонали вот здесь вот из этого уравнения позже же, да. Дальше в первой строчке. Будет что там? 2 минус P. Бывает, это у нас откуда кора? Это курс. Позже ответить сейчас. Ага. А здесь? Там чуть-чуть. Курс. Ага. Вот. Они все атомика зависят, да? То есть все эти ТП, они зависят от атомика. Да? Отлично. Значит, чтобы решить это уравнение, нам фактически нужно диагонализовать эту матрицу. Если мы ее диагонализуем, да, то есть она будет выглядеть точно так же, несимметричное уравнение, где здесь будет стоять вместо p к будет стоять собственное значение этой матрицы. Тогда мы сразу сможем записать ответ, даже решение записать. Ну давайте пишем, как выглядят собственные значения, то есть уравнение на собственные значения пишите. Допустим, эту матрицу обзовем как-нибудь, не знаю, как называется. А со шляпой матрицы, типа, атомики, да? Решаем уравнение на собственные значения. Сейчас. Детерминант А минус лямбда Е равно. Да, детерминант А минус лямбда Е равно. Минус лямбда. Без нас кто приносит. Что? Все допишем, чему лямбда 1, 2 равно. Или лямбда плюс минус, как будет. Допустим, лямбда плюс минус. А, здесь плюс. Ага. Смотрите, если вы, подождите секунду, если вы вычтите 4 С, да, то есть вот эта четверка, она вам пойдет сюда и даст вместо плюса, даст минус. То есть можно оставить только вклад от этих СТП. Ну да. То есть под формулу можно немножко упростить. Понятно, да? То есть минус 4 вот этих с этим квадратом дадут вам. Минус. Здесь же тут те же самые стоят. Ку-ку, же, ку-ку, же, да. Угу. Ну и... А здесь будет плюс. А, буквально сейчас. Что там, b квадрат минус 4, а да. Это можно быть не... Ну, уж извините. Сейчас.
смысле собственные векторы надо ходить. Собственные векторы надо найти, да? Талантов с двойкой. Можно ли на 4 это со знаком минус 0? Можно ли это на 4 со знаком минус 0? Что осталось? Ну, в чем плюс? Минус 2 на же квадрат А. Детерминант это b квадрат, да, плюс минус 4 АС. Нет, не 2. 4 АС. 8. 8. 8. Детерминант это что такое? B квадрат минус 4 АС. На единице целого угла, а это 210. Вот это запихали в скобку, да? Так что стал минус здесь. Да? Минус. А сколько здесь честно? 5 часов. 5? Да там уже сдача у нас. Какая сдача? По фондовой физике. Извините, мне это говорили. Так, ну, на двойке все равно не видно. На двойке. У нас, да. Ага. Да, да. Так, ну и, собственно, и вектора. Ну, так. Собственно, и вектора, да. Собственно, вектор как можно выбрать? А минус лямбда Е, да? Здесь минус лямбда. То есть первую компоненту можно взять такую, а вторую минус лямбда. Да? Ну, пишем 2, 1, 2, чем правильно. 2, 1, 2, да. Или 2 плюс минус. 2 плюс минус. Ага. Так, 2. Ага. Уже? Угу. А, ну здесь P. А, минус. Ну сразу вот этот минус по какому вот этим собираете, что будет? Ну просто... Будет такое же выражение, только здесь вместо плюса будет да, да. Минус. То есть, зная собственное значение, да, собственное значение играет роль вот этого топика, да, в аналогичном выражении. И собственный вектор мы можем, составлять такие же уравнения. Можем записать ответ сразу. Сразу ответ можем написать. Стирайте уравнение, пишите. Нет, по длине, ну, там все, все правильно. Ну, прямо, прямо для вектора, прямо для вектора пишем ответ. Ну как обычно, например, систему дифференциальных уравнений решается. А сейчас куда посадку. Ну здесь две константы будут, да? То есть нужная константа М1, да? Здесь М1, М2, да? М1. При константе М1 будет стоять вектор В плюс, да? Пишу В плюс вектор. Вектор. Ага. И какой множитель? Ну, там не множитель, там пока. Ну, со слямой с плюсом. Множитель какой будет? Ну, а альфа С? Да. На альфа. Угу. Квадрате. Да. Квадрате. Угу. Степень минус. А, степени лямбда плюс. Угу. Нет, ну нет, лямбда плюс. А. Лямбда плюс. Это место P, да. Место по пикулах будет. Да, минус 2 здесь на P-х. Угу. На лямбда плюс. Ну, сейчас лямбда плюс атомика, да? У нас будет. Угу. Во, вот так. Это вклад лямбда плюс и вклад лямбда минус. Такой М1, а здесь какая-то М2. Какое-то начальное условие, да? Угу. Давай минус. Угу.
Отсюда уже по компонентам можно написать, что там ионный момент, почему квадрат равен силе этого. Да? Вот, при, вот собственные вектора. Когда мы рассматриваем эволюцию для собственных векторов, они же вроде не смешиваются. Но сейчас, ну то есть там получится уравнение такие же, как вот это вот прям в точности. Ну конечно, у вас вот собственный вектор нужен для диагонализации. Ну да, нет, вот а что за состояние такого вот как раз вот из собственных векторов? Ну а состояние из собственных векторов, состоящее, оно эволюционирует вот только с одним из показателей, либо лямбда плюс, либо лямбда минус. Причем видно, что, ну скажем, если вы берете омега больше единицы, то у вас лямбда плюс будет больше, чем лямбда минус, если вы на вещественной оси находитесь. Поэтому при больших квадратах какой доминирующий квадрат будет? Первый или второй? Это второй. Нет. Сейчас. При больших квадратах. Большой квадрат, значит, у нас вот эта величина маленькая. Угу. Вот. А показатель должен. А показатель у нас. Да, вот это у нас отрицательный там. Но здесь он будет меньше. Лямбда минус меньше, значит, лямбда плюс. Поэтому какой флаг доминирующий? Если омега больше плюс. Вот это будет доминировать, да? То есть веб плюс вам будет сразу говорить, как при больших, при омега больше единицы и при больших квадратах, какой доминирующий флаг. Если угодно, то можно так. Понятно? Да, потом нужно взять интеграл по омеге, да, это как раз в вашем задании. Но интеграл по омеге, вы его смотрите, как берете. У вас есть некие начальные распределения, вот эти, они тоже от омега зависят. Давайте так подчеркнем, сюда, что я умею написать. Они тоже от омега зависят, да? А в общем случае это произвольные функции. Правильно? Вы из эксперимента как-то извлекли. Вот. Но если вы берете асимптотику, то есть когда x у вас маленький, то вы можете просто предположить, сделать некие предположения относительно их аналитического поведения, скажем, сказать, что все полюсы вот этой функции находятся левее, чем все полюсы вот этой штуки. Да? И вычислите асимптотику этого интеграла. Вот это вам и надо сделать в вашем задании. Угу. Хорошо, спасибо, Андрей. Молодец. Решили уравнение его. А самое последнее маленькое замечание еще, потерпите, 2 минуты буквально, да? Я не зря вот эту диаграмму рисовал. Да? То есть сейчас мы что с вами сделали? Вот видите, мы нашли прямо решение для мелиновских образов, но нашли решение уравнения Дегла. Да? Оно у нас имеет вот такую структуру. Да? Вот такую структуру. Это решение для моментов структурных функций. Да? Что такое структурные функции? Фактически это коэффициенты, которые линейным образом входят в адронный тензор. Да? Адронный тензор для глубоко неупругого рассеяния. В свою очередь, как можно этот адронный тензор получить? Откуда его можно вычислить? Его можно вычислить, рассмотрев полное сечение вот такое. Или иначе, рассмотрев мнимую часть амплитуды рассеяния вперед. Сейчас нарисую картинку. Вот у вас есть вот такая картинка, да? Вот такая вот картинка. То есть это что такое нарисовано? Это нарисована n-петлевая диаграмма для рассеяния виртуального фотона на кварке. Да? Причем я хочу рассматривать рассеяние вперед.
Почему я смотрю амплитуду вращения вперед? Потому что ее мнимое чувствование связано с полным сечением. Да? А полное сечение, оно у меня фактически дается структурными функциями. А меллиновский образ этих структурных функций мы с вами нашли. Да? Он как-то вот так устроен. Да? Вот давайте пару слов скажем об этой мнимой части. То есть мы говорим, давайте попробуем, чтобы найти наши структурные функции, попробуем вычислить минимум части этой диаграммы. Да? То есть диаграммы рассеяния виртуального фотона у нас в арке. В общем случае это довольно сложное дело, и здесь есть несколько типов разных расходимостей. Да, есть ультрафиолетовые расходимости, которые у нас при нормировке собираются. Есть инфракрасные расходимости, которые возникают тогда, когда импульс соответствующего пропагатора стремится к нулю. Да? Есть еще так называемые коллинеарные расходимости, связанные с тем, что когда у вас есть две безмассовых частицы, например, вот эта безмассовая частица и вот эта безмассовая частица, да? Вот это и вот это. Если есть две безмассовых частицы, и если, скажем, P и K какой-нибудь, это безмассовая частица, и K тоже безмассовая частица. Вот если вы напишете выражение для квадрата их суммы, вот, или разности, неважно, ну, допустим, разности, ну, это что такое? Это импульс вот этого пропагатора будет, да? То видно, что это что-то, если я распишу, что такое, и бигма на 1 минус косинус тета. Тета это угол между p и k. Да? Видно, что если тета стремится к нулю, то есть если они параллельно летят, да, p и k параллельно летят, то это 0 будет. Да? Соответственно, пропагатор глюона будет давать сингулярность. То есть вот эта сингулярность, она связана с тем, что у вас есть безмассовые коллинеарные частицы. Безмассовые коллинеарные частицы, они приводят к таким сингулярностям. Если вы введете маленькую массу для ваших фотонов, то она расходимость, то есть зануление вот этих пропагаторов, она как-то будет регуляризовать. Да? Вот. То есть эта расходимость обычно проявляется как логарифм при вычислении вот этих амплитуд, она обычно проявляется как логарифм квадрат к вот этому регуляризатору массовому m квадрате. Вот видите, как это себя проявляет. Вот я хочу считать мнимую часть этой диаграммы. Еще раз, рассуждение такое. Мнимая часть связана с полным сечением, полное сечение связано со структурными функциями, да, которые есть наша главная цель. То есть эти структурные функции, если мы знаем, то мы можем сравнить их моменты с тем, что мы здесь рассчитали. Да? Вот. Начинаем вычислять мнимую часть. Обычно это удобно делать в аксиальной калибровке, чтобы вот эти глюоны, которые здесь в промежутке находятся, они имели числитель пропагатора такой же, как сумма по чисто физическим поляризациям глюонов. В этом случае у вас оказывается, просто это уже ответ такой, что главный вклад в эту мнимую часть будет даваться такими лестничными диаграммами, как я нарисовал, в которых у вас происходит строгое упорядочивание по поперечным импульсам вот этих виртуальных, в данном случае, кварков. Вот видите, у вас есть кварк К1, кварк К2, К3 и так далее. Да? Но если вы напишите, вот здесь петли, да, то есть фактически идет суммирование по всем этим импульсам. Да? То есть вот от интегрирования по перпендикулярным импульсам у нас останутся какие-то вот такие интегралы. Смотрите. Dr k n в квадрате. На КН в квадрате, от М в квадрате. Здесь интеграл ДК минус 1 в квадрате. Так, сейчас немножко
упорядочивание какое, что виртуальность p квадрат, она много меньше, чем k1 в квадрате, виртуальность много меньше, чем k2 в квадрате и так далее. И вверху лестницы у меня наиболее виртуальные кварки, да, вот эти кварки, предположим, kn в квадрате. Да? Наиболее виртуальные. То есть здесь вот у меня возникнут такие величины. Смотрите, когда я вычисляю мнимую часть, я должен каждый пропагатор заменить на дельта-функцию, правильно, по правилу Котковского. Эта дельта-функция, она вам съест одно интегрирование по одному, одной координате для каждого петлевого импульса здесь. И у вас останутся интегралы какие? У вас останутся интегралы по поперечным компонентам, по K-поперечным, которые я сейчас пытаюсь написать, да? И по продольным компонентам. Вот. А квадраты от чего будут? Глядите внимательно. От вот этой амплитуды, разрезанной слева, возведенной по модулю в квадрате. А это есть не что иное, как если я буду штуку по модулю в квадрате разведу, это будут в точности наши функции фрагментации, да, которые мы находили. То есть у нас ядра отдалили по визии, там будут сидеть. Вот от каждой вершины будет свое ядро. Да? Каждая вершина свое ядро. И точнее даже не ядро, а число возникнет число кварков в кварке. Да? В этом числе в кварков в кварке есть d логарифм k перпендикулярное в квадрате. Вот он здесь написан. То есть для каждого кварка есть для каждой вершины вершина возникает dn куку, да, про которую мы писали. Dn куку. Оно пропорционально чему? Это есть альфа s на 2π, да, d, напишу dxi и d логарифм кафе перпендикулярное в квадрате на p куку. Вот мы его вычисляли, да, с вами? Точнее, из электродинамики нашли. Вот. Для логарифм k перпендикулярное в квадрате, это что такое? Это вот такое выражение. dk в квадрате делить на k в квадрате. Правильно? То есть от перпендикулярных компонентов у меня возникнут вот такие интегралы. Вот такие интегралы. Сейчас их напишу. Здесь стоит m в квадрате, да, k. N в квадрате, да? Еще раз упорядочили у меня такое. У меня p в квадрате много меньше, чем k1 в квадрате, много меньше, чем k2 в квадрате, и так далее, много меньше, чем kn-1 в квадрате, много меньше, чем kn в квадрате. То есть kn в квадрате у меня большое, да? Kn в квадрате у меня большое. И так далее, и d k 1 в квадрате, k1 в квадрате на k1 перпендикулярное в квадрате. Вот я интегрирую здесь от n в квадрате. k1 у меня много меньше, чем k2 в квадрате. Да? k2 в квадрате. Да? k2 в квадрате много меньше, чем k3 в квадрате, kn в квадрате много меньше, чем kn в квадрате. Да? То есть вот такого типа интеграл возник. Вот перпендикулярных компонентов. Да? Перпендикулярных компонентов. Вот еще такой момент. В каждой вершине сидит константа g. Да? G. Здесь тоже сидит константа g. Я же квадрат возложу эту величину. Да? То есть будет g квадрат. Да? g квадрат это здесь наша как раз альфа s на 2π. Вот это вот альфа s на 2π, которая сидела здесь. Да? И я ее должен взять аргументом у нее, я беру соответствующую виртуальность, в которой входит вершина. Да? Если вот эта вершина входит в виртуальность k2, то я ее беру от k2. Да? Здесь от kn в квадрате. От kn в квадрате. То есть фактически то, что я беру здесь бегущую константу связи означает, что я понимаю. Вот эти лестничные диаграммы учили, что все собственно энергетические ставки пропагатора, глюона и кварка, вершинные ставки, да? Как мы делали, когда вычисляли эту функцию. Это привело к тому, что
я мой g квадрат, который в каждой вершине стоит, заменил на g квадрат, зависящий от его импульса. Да? То есть здесь вот будет стоять альфа-с, от k1 в квадрате, от k1 в квадрате. Вот такая вот штука, она у нас возникла от интегрирования по перпендикулярным компонентам. У нас еще есть продольные компоненты. Вот продольные компоненты не дают в точности что? Дали тот самый интеграл, который Андрей считал, да? То есть от E от X M, да? Напомню, это что такое было? Это был интеграл от 0 до 1 d xi n на xi n, интеграл от xi n до 1 d xi n минус 1 xi n минус 1, да? И так далее. И последний интеграл был интеграл от d xi 1 на xi 1 от xi 2 до 1, да? А здесь стояли что? Стояло ппку, да? Почему ппку? Потому что у меня здесь переход происходит в кварк, переходит в кварк, да, в этой вершине. В этой вершине тоже кварк, 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 да? Здесь будет стоять куча таких ппку. От кси-1, от пробольного импульса вот этого гриона, этого кварка, да? Умножить на ппку, на относительный продольный импульс вот этого кварка относительно вот этого кварка. То есть это что такое будет? Относительный продольный импульс вот этого кварка по отношению, то есть нормированный на вот этот продольный импульс. Х2 поделить на х1, правильно? Х2 поделить на х1. Да? И так далее. ППУ последнее это будет ксиэн поделить на ксиэн минус 1. Да? И от верхнего блока вот этого, у меня придет просто условие того, что мой xn минус xn, то это есть то же самое, что x. То есть просто из верхней амплитуды будет стоять дельта 1 минус x делить на xn. Да? X делить на xn. Вот такая величина. Вот. И чему это равно, если я произведу интегрирование всего этого выражения. Глядите внимательно. Вот здесь вот этот интеграл я могу посчитать главным логарифмическим приближением. То есть так как мы делали для мягкофотонного излучения, у нас в точности такие же интегралы возникали там, да, если вы помните. Чему он равен? Как его можно записать? Примерно. То есть просто каждый интеграл заменить на интеграл от m до q в квадрате, правильно? Да. Вот здесь вот интегрирование идет по симплексу, да? Да. То есть их у меня m факториал штук таких симплексов в полном квадрате. Да, можно на кубе. То есть будет единица на n факториал, правильно? Единица на n факториал и интеграл от m в квадрате, да? То есть моего инфракрасного регуляризатора m в квадрате. То в квадрате, а здесь стоит в k в квадрате, на k в квадрате, на альфа s от k в квадрате поделить на 2 π. В степени n. Да. N факториал за счет того, что я n факториал раз квадратную область пробежал, да? В n. И на вот этот и l n от x. То есть здесь сокращаю ваше внимание. Я просуммировал вот этот, не просуммировал, а написал интеграл в главном логарифмическом приближении. Да? Главное логарифмическое приближение мне дало вот такую факторизацию в степени n после. Да? Теперь, если я обзову вклад вот этой лестничной диаграммы, обзову его как mn от x и просуммирую по всем n. Возьму сумму по всем n. Да? Mn от x, возьму сумму по всем n, да? И, как мы знаем, Андрей это делал, вот эта штука упрощается миллеровским образом. И возьму преобразование миллера. Фактически, что я при этом делаю? При этом я d
беру мое сечение, дифференциальное по x, да, по x, да, и полное сечение, вот эта сумма, и считаю мюллеровский образ. Полное дифференциальное сечение, в него входят как раз мои структурные функции. То есть та величина, которая здесь получается, есть некая комбинация моих структурных функций кварковых. Да? Вот давайте посмотрим, к чему она приводит. Что получается. Вот этот интеграл, мы, Андрей уже считал сегодня. Да? То есть возникла сумма по m. Сумма по m. Вот в этой штуке возникла p куку от омега в степени m, правильно? P куку от омега в степени m от мюллеровского образа, да? А вот этого возник логарифм, да? Логарифм здесь стоит альфа s от q в квадрате, делить на альфа s от m в квадрате. Что это такого, правильно? Это все степень n, единица на n факториал. И еще коэффициент минус 2 делить на бета 0, правильно? Который уравнение ренорм группы для константного. То есть минус 2 делить на бета 0. И вот здесь, перед логарифмом, да? Перед логарифмом. Ну и все, мы можем написать, чему это равно. То есть получается, что у меня весь ряд собирается в экспоненту, да? Экспоненту от логарифма, и получается, что у меня это будет альфа-с от q в квадрате делить на альфа-с от некого m в квадрате, да? В какой степени? В степени минус 2 делить на бета 0 и на полку потом. Согласны? Вот. То есть фактически мы с вами что еще раз получили? Он факториал экспонент собрался. Да? То есть мы отфакторизовали вот эту вот массовую или она же линейную расходимость, да? Вот она у нас здесь вот запараметризованно сидит, да? Знаменателя аргументом альфа-с. Можно считать, что это наше предначальное условие, которое мы из области малых по квадрат берем из эксперимента, да, сюда подставляем. То есть при известной такая теорема есть, что для достаточно инклюзивных величин у нас все массовые сингулярности и все инфракрасные сингулярности сокращаются. То есть теорема Киношити такая есть. Вот. То есть вот этот альфа-с в этом квадрате можно ассоциировать с изначальным условием. Да? То есть оно каким-то образом уходит в начальные условия и в достаточно инклюзивных процессах, которые на эксперименте обычно имеют место, у вас все инфракрасные расходимости вот такого типа сокращаются. А зависимость от q в квадрате, вот мы получили точно такую же, как здесь. Правильно? То есть вот зависимость от q в квадрате, которая получена из уравнения Диклаб, а вот зависимость от квадрата, которая получена непосредственно суммированием главного логарифмического приближения всех лестничных диаграмм. Да? То есть фактически наше уравнение Диклаб, да? Вывод окончательный. Наше уравнение Диклаб, оно что делает? Оно в главном логарифмическом приближении суммирует все такие лестничные диаграммы. То есть мы берем амплитуду рассеяния кварка на виртуальном фотоне. Ее мнимая часть у нас связана с полным сечением соответствующим, а оно выражается через адронный тензор. Да? В адронный тензор входят моменты структурной функции, входят просто структурные функции. Если мы возьмем их моменты, то мы увидим, что выражение, посчитанное через равнение Диглаб и через суммирование диаграмм, оно вот одно и то же. В зависимости от квадрата мы выхватили. Да? Вот это заключительное замечание сегодня. Все.